Гуляем мы как-то вечером с Речом и с Нурой, и вдруг к нам прибегает неизвестно откуда серенькая симпатичная собачка. Виляет хвостом, радуется, сразу начала играть с моими собаками. Вот у нас Рич — это Акита, такой большой рыжий, а Нура — это маленькая такса. Вот, и так она всю прогулку с нами прогуляла. Пришла вместе с нами домой. Мы ее запустили тоже к нам на участок, покормили ее. И после этого мы начали ее встречать каждый день. Причем она такая была очень вольнолюбивая. Все время приходила вместе с нами, мы ее кормили. Иногда заходила на участок, иногда отказывалась. Вот, но всегда приходила и потом обязательно куда-то убегала. Неизвестно, где ночевала. И так продолжалось, наверное, где-то месяца два. И где-то уже в ноябре мы начали очень беспокоиться. Наступали холода. Собаченце живет непонятно где. Ну, тогда, в общем, мы так решили, что надо как-то ее определять. Внучка наша, Алиса, назвала ее Ягодка. Вот, что же будем делать с нашей Ягодкой? Вот. В общем, в один прекрасный день мы Ягодку нашу взяли, поехали в ветеринарную клинику, и там ее стерилизовали. Вот там она у нас в клинике пожила где-то дней 10, и после этого мы договорились с замечательным приютом «Лохматая душа», что мы привезем Ягодку в приют. Если честно, у нас не было такой мысли взять ее к себе вот до самого последнего момента. Вот, приехали мы в приют, там, ну, думали, что приют, как бы хорошо, там, собачкам. Но когда мы приехали в приют, и когда мы увидели 2000 непрерывно лающих собак, молящих глаз, каждый из которых, ну, просто просит, ну, возьмите меня, возьмите. При всем при этом увели от нас нашу Ягодку. Тут как-то нам стало очень грустно. Мы поехали домой, в общем, с таким ощущением, что мы что-то неправильно сделали. Приехали, так посоветовались в семье с женой, с внучкой. Ну и все в один голос сказали, что надо нам Ягодку из приюта забирать. И пусть она живет у нас. Ну и тогда мы стали думать, как построить вольер. В итоге мы построили вольер и приехали в приют. Там встретили и Валентину, и Лилию, и Вику. Замечательные люди, которые просто великое делают дело. Спасают. Каждый день спасают собачек и кошечек тоже. Ягодка едет домой. Вот. Сергей с Викой приехали ее забрать. Спасибо. Ягодка, в добрый путь, моя хорошая. Какая милая собачка. Хорошая. Давай, красавица, красавица. Конечно, да. Будете приезжать, ребят. Может, мы ждем, теперь ждем приветы из дома. Да, я имею в виду, да, с вашей любовью. Как она будет далеко у нас. Вот Вика. Все счастливы. Я надо 7. Дорогие друзья, мы сегодня забираем нашу Ягодку. Вот, и хотим вам сказать всем огромное спасибо за ваши комментарии, за ваши добрые слова, за то, что вы поддерживаете этот замечательный приют и тех добрых людей, которые спасают замечательных собачек. Пожалуйста, помогайте приюту «Лохматая душа». Здесь очень хорошие люди, мы будем всегда также помогать. Вот. А сегодня у нас большой праздник. Сегодня мы Ягодку забираем. Мы ей построили вольер. И она будет жить вместе с нашими собаками. Спасибо. Ягодка едет домой. Красавица. Чувствует себя очень хорошо. Смотрит в окошко. Запоминает дорожку. Ягодка. Покажись-ка нам, покажись. Ой, привалилась, так тепло, уютно. Девочка едет домой.
Красавица. Красавица. Ребята гуляют. Сегодня у нас с Речом и с Ягодкой я один первый раз иду с двумя. Очень волновался, не знал, как у меня получится. Но они оказались молодцы. Да? Чуня, Рич. Ягодка, Ягодка хорошая. Вот гуляют мои девчонки. Ай, гуляют. Хорошо, мои собачки. Хорошо гуляет. Хорошо, дед, хорошо. Молодцы. Вот уже ушки поднялись. И хвост уже кверху.